Всем привет, ребят, с вами Макс Роблокрафт, и сегодня мы полетим в космос. Да, я построил ракету, и она очень долго заряжалась. Вот, кстати, эта ракета, она очень долго там заряжалась. Да, у меня только электричество и денег только на такое хватило, ракету. Вот, я купил флаг, это так, для красоты чисто. Вот эти блоки я не знаю, где использовать, поэтому пока тут лежат. А вот это тут более мощная антенна, то есть вот это. Это одна из самых мощных антенн вообще в мире, вот этот, который. А вот эти, они такие, типа, слабенькие. Вот у меня 3 или 4 дня все это заряжалось, вся ракета. Вот, это бы... Вот сейчас у меня столько электричества, чтобы обеспечивать всю деревню где-то на полгода где-то. Да, кстати, вот это... Я хотел построить ракету, но она у меня как бы вообще не удалась. Вообще не удалась. Это... А разрушать ее я, в общем, потом разрушу. Возможно, с помощью динамита. Сейчас давайте пойдем, значит, к нашей ракете. Специально для нашего полета я еще это сконструировал себе скафандр. Вот. Скафандр. Давайте-ка наденем его. И сейчас уже полетим. Ох, надеюсь, что нормально полетим. А то я столько денег потратил. Столько вообще всего. Да, это... Давайте. Все, я прочитал. Давайте. 3. Так, давайте. Пошел отсчет до пуска. 3, 2, 1. Полетели. Мы летим! Мы правда летим! О-ху! Круто! Да, ребят, это... Я даже могу ролик выложить специально, типа, как строить такую реально летающую ракету. Ну, я, в общем, вам покажу потом. Потом ролик сниму, как, типа, вот такой вот делать. Давайте. Я это слышал, кстати, в газете в какой-то. Вроде это «Правда Майнкрафтера» или «Майнкрафтерская правда». Вот, что вроде это в... Оказалось, что в 2019 еще году пропали люди какие-то. Вот, ну и типа... Но узнали об этом только вот сейчас, буквально неделю назад. Вот. Поэтому они где-то на какую-то далекую планету упали, где-то на Луну. А у меня довольно-таки сильный скафандр, так что я могу долететь, в принципе, до Луны. Давайте постараемся встретиться уже на Луне. Голова. Что это такое? Стоп. Это моя спасательная капсула. Неужели мы... Что? Мы разбились? Я не понимаю, что это. А это еще кто такие? Аккуратно. Давай. Это кто?
Точно, я же читал, что где-то в этом районе Луны, да, оказалась Луна обитаемая. В газете «Майнкрафтерская правда» написали. Вот, это оказалось, где-то вот в этом как раз районе упали. Упали эти люди. Возможно, они уже одичали. Давайте попробуем взлететь тогда. Так, давайте. Включаем двигатель. Включай, давай. Завелся. Давайте, значит, чтобы взлетать четвертую передачу. Ой, не, я зачем-то автопилот включил, давайте. Не понял. Чего ты не работаешь? Окей. Черт. Топливо кончилось. Давайте, ладно, попробуем выйти. Нифига себе вообще тут такие следы остались. Эй! Здрасте! Вы кто? Привет, мы те самые, которые упали тут. Ну, ты, наверное, читал. А нас вообще кто-то помнит хотя бы? Или мы тут одни остались? Да не, вы чего? Вас уже ищут поисковые отряды. О, да, вот это, конечно, плохо. То, что... Эти поисковые отряды не смогут нас найти. Мы видели очень злые племена. Там один человек спокойно убивал наших там 5 или 10. А вы что, много было? Да, нас было человек 400-500. Да, конечно. Стоп. Чё? Ты видишь, там... Вроде стоят эти племена. Беги! Давай, быстрее. Черт, что тут делать? Давайте попробуем. Быстрее, заходите! Заходите! Нет! Черт, что это такое? Где все жители? Куда они все делись? Житель! Видимо, мне придется выживать с ними. Ладно, давайте попробуем тут выжить. Так, в общем... как-то он что-то... Эй, смотри. Житель, нет, стой! Нет! Житель, стой! Смотри, ты тут вроде главный, да? Да, я тут главный. А можно я у вас поживу, там, ресурсов у вас буду там добывать, там, еще что-нибудь, да? Можно? Да, конечно. Давай поспим, и потом уже решим. Ладно, давай. Ну, это... Что делать-то будем? Ты сходи за стеной, вот видишь, там дом напротив нашего? Да, вижу. В общем, это за ним наше кладбище, я ознакомься с нашими погибшими. Ладно, давайте. Вася, 1992-2021. Антон, 1986-2019. Саня, 1982-2021. Аня, 1990-2018.
Стойте. То есть вы упали еще 3, а может и 4 года назад? Да, мы так давно упали. Мы живем почти ни на что. Это... Мы тут пытаемся питаться тростником. Некоторые умирают от болезни, некоторые от военных стычек с другими племенами, которые тут уже жили. Ладно, давайте. Я тогда пошел дерево добывать? Да, да, конечно. Ребята, вы вообще представляете, что это такое? То есть Луна оказалась обитаема, и тут люди упали. Это люди упали. Я тоже. Возможно, я никогда не вернусь. Ну, они вроде говорили, что это... Еще я вроде слышал, что у них это... Что на Луне, типа, инфраструктура, типа, такая же, как на Земле. Вот, так что мы пока, в принципе... То есть, тут есть и слаймы, там, и там лазурит, редстоун. Так что мы сможем... Так что мы сможем отсюда вылететь. Возможно, кстати, я построю новую ракету. Да, нужно будет построить новую ракету. Давай. Так, так, так. Жители, пустите. Так, окей. Давайте. А, все уже вышли, что ли? Окей, давайте. Я, наверное, в этом... Нет, в этом домике слишком все тесно. Извините. Так, вот я, наверное... Нет, в этом тоже. Во, я в этом домике обоснуюсь. Тут пока достаточно места, чтобы пока жить. Так, давайте верстак. Так, сундук. Так, давайте. Думаю, нужно скрафтить кирку. Думаю, меч еще. Да, ребят, кому нравится такой контент выживание, ставьте.